Ну все, друзья, проснулся, в себя кое-как пришел, по чуть-чуть походил, размялся. И сейчас, получается, мимо нашего Ленинграда, через будку охранников, мимо нашего поста баня, пойдем на пост крепость. Посмотрим там все, поснимаем и вам покажу обновление. Тут сама баня, собственно, где мы недавно мылись. А это дорожка на крепость. Указательный знак. Крепость там. Все. Нам туда минут 15 топать. По такому красивому зимнему лесу. Сейчас покажу вам красоту всю эту. Что-то тут на бане написано интересное. Равенство. Что-то снег прилип. Равенство создает дружбу. Не знаю, что там видно вам, не видно. Вот так вот. Ой, что-то я подскользнулся. Ладно, все, идем вперед. Сейчас, наверное, не знаю. Такая красотища. Я все вам покажу. И, может быть, включу музычку. Полюбуйтесь зимним лесом. Такие вот тут тропинки снежные идут под снежными елочками. Вообще здорово.
Ну, какие елочки красивые стоят. Что-то какой-то тут интересный мужик нарисован. Самодельный. Мы уже подходим к крепости. Осталось метров 100. Вообще так классно, все в снегу. Елочки красивые стоят. Как в сказке в зимней. О, что-то там уже костерки топятся. Дым от костров идет. Или это от печки? Сейчас посмотрим. Все, подходим уже. Итак, зимний пост, костер. Ой, фу ты, я опять вру. Что-то я все путаюсь. Крепость, вернее, не костер. Что-то меня все на костер тянет. Классно. Елочки красивые стоят. Так, охранник тут сидит, наш знаменитый пулеметчик. Пулеметчик Вася. И вчера, ё-моё, я вчера не успел сходить сюда. Тут повесили, установили, вернее, второй столб. И, вернее, его установили давно. Вот и вешали таблички дополнительные. Тут уже табличек не хватает места. Начинают приколачивать ко второму столбику. Посмотрим, что тут появилось, какие города. А, давайте тогда сначала все посмотрим. Кто-то, может, не видел. Здорово. Так, что у нас тут есть? Архангельск, Краснодар, Сыктывкар, Нерия, Череповец. Ох, короче, читайте сами. Я тут подниму вас повыше. Мне уже не видно. Что там, Нижний Новгород? Чертаново, Новодвинск. Так, кто еще тут у нас был? Что-то вот это я не понял. Это на каком языке написано? Кфар-Саба. Кто приезжал? А, иностранцы? Да, французы. Французы? Это походу что-то по-французски написано, да? Красавино, Котлас, Ярославль, Северодвинск, Ломовое, Коряжма, Красноборск, Савинский, Урдома. Там дальше не вижу, читайте. Так, с этой стороны, с этой стороны мы были уже. И новенькие, так, таблички. Мадмос, этих я столбиков еще не видел. Тверь был даже. Киров, Урдома опять. Ставрополь 2300 километров. Ого-го. Микунь. Яренск. Пермогорье. Вот это вырезано, смотри. Ручная резьба. Рябово. Мадмос. Вот такие вот тут обновляются города. А? А слушай, что-то Москва-то тут была ведь вроде. Только Чертаново осталось, да? Че, ребята, как дежурство идет? Нормально. Без происшествий? Тревожно. У тебя этот новый бинокль? Посмотри, не запотевает? Пространство осмотрим. Границы. На развалинах. Да, на развалинах я тут все лето ползал, показывал. Весной ходили в разведку на развалины. Что у тебя за канал-то? Брестская крепость. Помните, сначала эта табличка висела там на кустах? Но, видно, там помешало, повесили сюда. Здесь нормально на стене висит. Палатка теплая, печка топится, как видите. Там ребята отдыхают. Я внутрь не пойду. Там темно уже, генератор выключен. Так что ничего не видно. Ребята отдыхают, тем более. Там мешать не будем. Ну и темно, ничего не видно, без света. Там что в темноте шаркаться? Темный экран смотреть. Дверки закрыты. Вот нам сейчас расскажут ребята, то, что только что поговорили. Приехал вообще издалека защитник. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Расскажите нам, откуда вы приехали, повторите, пожалуйста. С Белгорода, а так с Омска. Добирался трое суток сюда. Ого-го. А сколько расстояние получается? Получается 2450 километров. С ума сойти.
На поезде ехали или как? Поездом, автобусом, поездом. Потом опять поездом, сутки в Москве. И потом уже с Москвы сюда. Угу. Зовут-то вас мне это не спросил? Геннадий. Геннадий. Так что приглашаю. Не пожалеете. Угу. Вам нравится здесь? Да, да, да. А сколько, надолго приехали? Да, решил пока на 2 месяца. 2 месяца? А там ого! Видно. Нормально, молодец, Геннадий. Какой классный значок. Питер с вами. Это наше болото, Питер с вами. Шиес. Молодец, спасибо, надолго приехал. Какие планы? Да, будем воевать. Защищать, бороться, да, за справедливость, за правду. Молодец. А как узнал о нас? А по интернету. Только интернет. По телевизору про нас не говорят. Не говорят, нет, нет. Угу. Да, здорово. 2 месяца, это вообще здорово. Уважение, уважение. Огромное спасибо вам, что приехали. Пока. Всем пока, до встречи, ребята. Вот у нас еще тут один вахтовик сидит. Но работает в секретной организации, так что мы лицо показывать не будем. Супер секретно засекреченная организация. Здравствуйте. Здравствуйте. Познакомимся теперь с вами вкратце. Может, что-нибудь интересное расскажете? Вы откуда приехали? Конечно, расскажу. Я приехал с Москвы. Ой, сейчас поближе сяду, подожди. Что-то то не слышно будет. Ага. Откуда все и начинается? Вот. Из самой Москвы, да? Да. Ну, Москва там поддерживает, конечно же, из против всех мусорных полигонов. Потому что там в Москве полностью все завалили. Завалили все мусором. Люди тоже начали просыпаться. Вот. Так что не может терпение народа продолжаться бесконечности. Угу. Страна бурлит. Отдали полностью Сибирь китайцам, да? Угу. Наши прадеды, деды выгоняли бусурманов и отставили свои границы России, да? Угу. Вот. А те просто взяли Медведев с Путиным и угу. открыли ворота, блядь. Пожалуйста, заходите. Угу. Вот. Отдали морские границы Норвегии. Да, кстати, вот это да. Я тоже, блин, вообще просто в этом... Что-то так тут что... дым копает на меня. Вот так вот лучше. После них мы будем все это восстанавливать. Угу. Еще пройдут не один десяток лет. Придется все это восстановить. Вот. Ну, естественно, они будут в лагерях, которые Сибирь всю спалили и вывезли в Китай, да? Угу. Они будут это восстанавливать. Я вот тоже за то, чтобы они да. работали как на каторге лесу. За каждое деревце да. они будут все отстаивать. Да. Пусть они обратно все садят да. и восстанавливают. Восстанавливают. Иначе так жить просто невозможно. Завозят ядерные отходы с Германии. Даже немцы и то против. Угу. А они их пытаются здесь захоронить. Сделать здесь помойку. Угу. Экологически чистые реки и вода будет заражена. Нет на эти деньги построить заводы мусороперерабатывающие. Они все это пихают себе по карманам. Угу. Вот. Так что, я думаю, скоро возмездие последует. Угу. Никто не успеет убежать из России. Хоть у них там самолеты до войны, гражданство. Всех достанем. Да если убегут, все равно всех достанут. Всех достанем и всех вернем на родину, угу. в Сибирь. Приеду. У вас какие планы, кстати, надолго приехали? Да, я сейчас должен вот уехать на днях. Угу. Но 2-3 я здесь буду. Угу. До конца января. Ух ты. Да. Нормально. Вот. Так что наша задача сейчас выходит патрули местности. Охрана и передвижение всех по территории чоповцев, угу. которые тоже, кстати, фиксируем. Их не спасет ни маски, ничего остальное. Крепость нас вызывает. О, крепость слушает. 2 мусора к вам пошли через баню. Принял. Вот так вот. Даже и полиция, и то наведается к нам. В Москве, который полицейский и ОМОН разгоняет там митинги на Болотной площади, и академик Сахарова и на других столицах города, угу. все фамилии и их фотографии все приобщены к видеофиксации. Угу. Вот. Все будут
наказан. Да, выполнение преступных приказов за сообщничество, преступный режим, за пособничество. Да, которые устно отдаются командирам подразделений. Вот. А те цепные псы режима бегут их тут же выполнять. И выполняют они не, как сказать, правильно, стариков, женщин, детей, подростков, студентов. Молотят, избивают дубинками. Да, вся страна видит эти кадры. Да, да, отстаивать свои права. Вся страна эти кадры. Так это произошло. 42 ОМОНовца, которые выгнали, блин, на пенсию, вышли не по выслуге. Их 42 семьи выкинули просто на улицу. За ненадобностью, да, уже. Они обращение к народу выложили в интернет. Помогите. Но ни одного комментария, к сожалению, положительного я в их сторону не услышал. Вот. Будьте прокляты, идите нахрен, и все. Потому что сразу надо переходить на сторону народа. Пока не поздно. Пока не поздно переходить на сторону народа. Задумайтесь все. Силовые структуры. Это Росгвардия, ОМОН и прочие подразделения. Вы крепко задумайтесь, что вы оставите детям, внукам, правнукам, как они будут жить в России. Вот это самое страшное. Да-да. Пока все у меня. Ну, спасибо. Спасибо за комментарий, за такой подробный. Пока не победим. Да. Так что, ребята, спасибо большое, что приезжаете сюда на подмогу, помогаете нашим ребятам. Ждем. Обязательно. Желательно бывшие офицеры, подставки и прочее. Вот. По организации патрулирования и охрана. Охрана городков временных. Вот и все. Ну вот, друзья, вам комментарии от специалиста, который знает толк в этом деле. Все, а мы пошли дальше, что-нибудь сейчас походим, посмотрим, еще интересное вам порассказываем и покажем. А мы, наверное, слушай, чайку бахнем все-таки. Что-то да. Уже аппетит нагулялся. Давай, дядя. Костерок нагрелся? Ой, чаек нагрелся? Конечно. Опаньки. Всегда горячий. Чай, кофе. О, к нам пришли гости, которых только что мы ждали. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Ничего, нормально. Все хорошо, желательно здоровья ни у кого нету? Нет. Нет, все нормально. Сегодня-завтра должны прийти. В смысле? А, это на том, да, на поступках? А. Все понятно. Вот и хорошо. Запчасти-то как, привезут или ехать придется? Не, привезут, ребят. Привезут. Ну, замечательно. Там главное, если пружину сами будете менять, аккуратней. Да, это естественно. Вещь-то опасная. Так что нормально все. Ясно. Ну ладненько. Если все было хорошо. Жалобы, обращайтесь. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. Я помню, Жень. Ну все, мы посидим, чайку бахнем и пойдем делами заниматься. Что-то я хотел сходить прогуляться и остановился. Тут такая красотища, ребята, смотрите, какая красота, снежные елочки. Хотел сходить по тропинке и потом остановился, думаю, дай-ка я покажу вам. Включу камеру, вообще шикардос. Ты смотри, как в сказке, да, вообще здорово. Такой зимний лес. Красотища, ого-го. Нормально так. Все-таки у каждой времени года есть своя прелесть. Хоть зима, холодно и снежно, но зато деревья такие красивые стоят. Красотища. Здоровские кадры получаются. Вообще такие елочки замечательные стоят. Новогодние елочки. Да, прям вот такое настроение, вернее не настроение, а ощущение, как будто уже Новый год. Хотя до Нового года еще сколько получается дней? Дней 30, сегодня не помню, что, второе, кто-то говорит второе, кто-то говорит третье. Что-то тут все в датах запутались, а я вообще не знаю, какое число. Вообще здорово, красота такая. Крепость, вот этот пост, крепость, сейчас я повернусь. Вот этот же пост, крепость, да, где у нас колодец находится. Это в старом поселке, старый поселок Шиес, который уже не жилой. Этот поселок в 70-х там, или в каких, или в 80-х годах был закрыт, расформирован, расселен.
Это старые лесозаготовительные поселки в этой, по всей области были раскиданы в лесах. Ну, как лес заканчивался, выпиливали, людей переселяли в другое место. Ну, как лесозаготовительные такие поселочки. Дома перевозили в другое место, люди начинали жить в другом месте, заготавливать в другом месте лес. А вот эти все открытые пространства, это бывшие старые территории, где жили люди. Старые огороды, старые поля, старые... Ну, летом мы ходили с вами весной, вы все видели, старые фундаменты от домов. Сами дома уже перевезены в другое место были давным-давно. И вот остались такие полупустые, зарастающие деревьями территории. Возможно, здесь когда-то были огороды, когда-то были тут грядки. Эти кучи, скорее всего, возможно, там когда-то были дома. Ну, сейчас зимой уже не видно, потом до весны, если доживем, весной еще раз сходим, посмотрим. И еще раз все вам покажем, эти старые фундаменты оставшиеся. Блин, красота такая. Здесь ведь тоже все было пусто. Ну, не пусто, вернее, дома, скорее всего, огороды. И уже природа свои берет. Такие деревья выросли красивые. Так что потихонечку природа свое затягивает. Там, где раньше жили люди. Ладно, пойду я обратно. На костер прогулялся, показал вам снежную красоту. И, наверное, буду выдвигаться обратно. Мне сегодня нужно еще вещи собирать, и сегодня выбираться буду домой. Ладно, что-нибудь по пути еще покажу вам. Интересненькое, что-нибудь понаблюдаем. Вроде на крепости вам все показал. Сейчас посмотрю, может, еще там что-нибудь интересненькое я пропустил. Ну, там сейчас генератор включили, нужно рацию зарядить. Так что генератор тарахтит громко, и там ничего не слышно будет. Приходится кричать. Да, классно, классно. Температура где-то минус 5 примерно. И не тепло, и не жарко. Ой, вернее, не холодно, и не жарко. Вообще комфортная погода, замечательная. Все здорово. Ладно, генератор работает, тут ничего не слышно будет. Пусть батарейки заряжаются. Ну все, друзья, вот такие вот у нас интересные обновления на крепости. Интересные новости, интересные истории, интересные люди и интересные... Да все интересное у нас. Приезжайте. У нас вообще здорово, классно. Сами все видите. Все, я с крепости пошел обратно в Ленинград. Надо вещи собирать. Сегодня будем выбираться домой. Дома нужно тоже дела делать. Так что спасибо, что смотрите. Спасибо, что переживаете за нас. Обязательно... Проверяйте подписочку, потому что я сам наблюдал, смотрел статистику. Подписки прямо вот у меня перед глазами стоит этот аналитический сайт. Ну, я открываю аналитику по сайту. И прямо у меня на глазах то растут, то потом резко начинают падать. Прямо передо мной, перед глазами эти счетчик начинают крутиться в обратную сторону. Так что обязательно проверяйте подписочку, потому что срезают ваши подписки. Вы нажимаете кнопочку подписаться, а вас потом обратно отписывают. Вот такая вот фигня. Давай, Жень, ждем тебя. Хорошо, хорошо. Как у вас там? Нормально все? Не холодно? Нет, замечательно, круто здесь, хорошо. Молодцы. Ну давайте, держитесь, держите оборону. Пока, пока, до встречи. Приезжайте все к нам. Еще раз. Молодцы. Шиз чей? Ай, молодцы. Умницы. Все, давайте, пока. До встречи. Ну все, закончилась у нас очередная вахта. Выбираемся домой. Сейчас на костер придем. Может, что еще на костре поснимаем. Ветер дует, так я не знаю. Там, может, камеру задувает. Ой, микрофон, может, задувает, не задувает. Сейчас в лес зайдем, там потише, ветра нет. Что-нибудь в лесу покажу интересного. Там звук получше будет записываться.
Что-то опять вот толпа чоповцев ходила на костер. Только камеру включить успел. Из поворота выходят. Непонятно. Что-то опять ходят, проверяют дорогу. Есть вариант, вернее, есть предположение, что, возможно, опять скоро... Ну, топливо, наверное, заканчивается у них, соляра. Возможно, скоро опять будут отправлять, пытаться машины с бензовозами. Возможно, ходят, дороги проверяют. Непонятно. Ладно, наша группа уже вперед убежала. Сами видели, что-то я даже посчитать не успел. Камеру только успел включить. Сколько там их? 10 было или 12, да? Ну, посчитайте на камере. Ой, на видео. Паузу поставите. Вот они как раз с костра шли. Мы сейчас идем на костер на выход. Они что-то на костре делали опять. Так, что я хотел сказать? Как раз камеру доставал. Достал вовремя. Так, секундочку. Поправлюсь. Вопрос был про флаги. Очень часто спрашивают. Ну и тут в одном из некоторых последних видео вопрос был. Ну вот наш внутренний вопрос решали, что с флагами на гору не пойдем. И в комментариях люди спрашивали, почему вы не ходите, почему с флагами не пошли на гору. Объясняю, ни с какими флагами, никаких организаций, никаких движений или партий не пиарим. То есть, пожалуйста, сюда могут приезжать хоть коммунисты, хоть ЛДПРовцы, хоть неважно кто, без разницы, какие партии, какие организации. Все приезжайте, все флаги идут в коллекцию, там, где у нас группа флагов висит. Все флаги можно туда водружать, чтобы был, скажем так, музей флагов. Но отдельно никто на гору с отдельными, с какими-то флагами не поднимается, и мы их не пиарим. Ни коммунистов, ни ЛДПР, вообще никого. То есть мы не представляем ни какую-то отдельную организацию. ШИС объединил всех, неважно, какое он политическое зрение, какое там движение, ШИС всех объединил. Все приезжают на помощь урдомчанам, на помощь местным жителям в борьбе с этим произволом. Любой человек там, любая партия, любая организация, пожалуйста, без проблем. Но отдельно какую-то организацию никто здесь продвигать и пиарить не будет. Ни от какой организации мы отдельно не работаем и не действуем. Все здесь собрались. Обычные неравнодушные граждане, обычные люди. Ну, естественно, кто-то какой-то больше принадлежит партии, кто-то коммунистические там взгляды предполагает, ЛДПРовские, еще что-то. Но делаем общее дело все вместе. Так, еще было интересное предложение от зрителей. Скоро же Новый год, месяц декабрь идет. А это у нас получается Архангельская область, тут рядышком граница Республика Коми. Вологодская область по соседству. Ну и, естественно, в Вологодской области Дед Мороз живет. Так что от зрителей было предложение интересное. Позвать Деда Мороза сюда на Новый год. Так что пишите письма Деду Морозу. Пусть он приезжает на Новый год сюда, в ШИС. И может он что-то волшебное, какое-то действие сделает, что свалка закроется. Дед Мороз, ты же тут северный чувак. Твою природу рубят. Так что приезжай сюда и сделай хотя бы... какое-то действие, проговори с чоповцами и сделай волшебство новогоднее, чтобы наконец-то эту свалку мы победили, этих мусорных оккупантов. Ну и вы, друзья, зрители, можете писать письма Деду Морозу. Чем больше писем он получит, тем, возможно, больше шансов, что он отреагирует и приедет защитить свои сказочные леса, вот эти зимние. Дед Мороз, ты же должен защищать свою природу, так что приезжай, приезжай в ШИС сюда и защищай эту красоту. Или ты, Дед Мороз, снова поедешь в Москву, в Кремль, будешь выступать там перед кремлевцами, или ты приедешь, защитишь эту природу зимнюю. Выбирай, Дед Мороз. Люди верят в сказку. Итак, друзья, все, мы выбираемся. Ой, что-то сейчас камеру поверну. Выбираемся на выход, домой поедем. Вообще классно, классно, такой лес зимний, этот сказочный, снежный, все беленькое кругом, красивенькое. Всем пока, спасибо, что смотрите. Обязательно, обязательно проверяйте подписочку, вас YouTube срезает, подписки все снимают. Всем пока, до скорой встречи.
Итак, друзья, постскриптум. Идем мы по зимнему лесу. Догнали группу впереди идущих, а группа решила прилечь и отдохнуть. Девчонки, вы что тут делаете? А мы отдыхаем. Прям в снегу, прям в сугробе? Да. Почему так? Очень здорово. Мягко. Красиво, мягко, да? Ну вы даете. Ну и ну. А что вы так сюда-то легли? Может, другое местечко было? Помягче найти где-то? Ой, какое первое попалось, на то и легли. У тебя отсюда снег под голову попал? Нормально, под шарфик. Вообще нормально. Я даже пока его не чувствую. Что говорите, ночь не спали, на дежурстве были? Да. Да. Устали? Решили доспать. А, решили доспать еще? Да-да-да. Ясно. Настоящие северные люди. Да-да-да. В сугробе просто доспать. Прошли 30 километров почти пешком, устали. Решили отдохнуть, впереди еще 100 километров топать. Нормально. Вот в таком сказочном лесу решили девчонки полежать, отдохнуть. Вот такая вот тут снежная красотища. Вы хоть не заболеете так? Нет, мы закаленные. Ну и долго вы так планируете лежать? А сейчас встаем. Уже встаете, да? Ну давайте поднимайтесь, нам еще топать и топать вот туда. Далеко-далеко. Очень здорово. Смотрите вот на эти вверх деревья. Так, красиво-красиво. Вверх? Ну-ка, сейчас посмотрим. Сейчас покажем, какой там красивый верх. Опаньки! Ой, не сломаться бы пополам-то. Что-то свитер меня, этот рюкзак, вернее, давит назад. Все. Встаем. Погнали. Че, встали уже? Отряхнулись? Mm-hmm. У тебя на голове много снега, отряхнись ты же. Ну и ну, ну и девчонки. Да, интересно. Все, а мы идем в сторону дома. Еще раз всем пока.